приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня, друзья, 20 февраля, 10-й лунный день, растущая луна. И этот день, как правило, всегда уделяли семье и традициям. Как вы знаете, всегда источник символизирует связь с предками, с нашими традициями, ну а также с происхождением своей семьи и источником. И в свою очередь этим днем считается фонтан. Это бесконечное течение жизни. Энергия дня будет достаточно яркая, позитивная, вдохновляющая и даже оптимистичная. И 10-й лунный день считается очень счастливым и успешным днем, когда рекомендуется уделять больше внимания своей семье и укреплять семейные узы. Желательно пересмотреть сегодня свое прошлое и традиции своей семьи. Вы можете сосредоточиться и на улучшении своего дома. Это особенно хороший день для начала строительства нового дома. Также это один из самых благоприятных дней для любой работы. Сегодня будут удачно решаться любые финансовые вопросы и сделки с недвижимостью. Если вы в этот день решили устроиться на новую работу, это вполне возможно, и вы сможете поговорить со своим руководством. Вдохновление и воодушевление привлечет таких представителей творческих профессий сегодня, как писателей, музыкантов и художников. Поэтому сегодня постарайтесь как можно больше времени провести с друзьями и близкими. Но не оставайтесь одни, потому что сегодня день активного отдыха. И также сегодня хороший день для посещения сауны. Также в этот день попробуйте исследовать свое генеалогическое древо. Вашей душе будет приятно просматривать семейные альбомы, делиться воспоминаниями и проводить время в семье. Рекомендуется сегодня навестить своих родителей, родственников, то есть тех людей, которых вы очень любите, которых вы поддерживаете. Ну и, конечно, уделите внимание своим предкам. В этот день нежелательно конфликтовать с родственниками, это ни к чему хорошему не приведет. Если хотите выяснять отношения, то давайте будете это делать совсем другой день. Что же касается снов 10-го лунного дня, то это будут приятные и светлые сны, но, к сожалению, они не сбываются.